Всем привет, ребят. Как вы поняли, я уже давно не выкладывал видео. Суть в том, что я сильно запил немного и потом 2 недели лежал в больнице. Слечился. Ну, вроде как немножко подлечился, поэтому сейчас какую-то часть видео я выложу, покажу вам. И начну потом завтра, послезавтра опять ходить шариться и посмотрим, что из этого выйдет. Ну, пока смотрите. Что успел продать за это за прошедший месяц и что нашел. Вот где-то я здесь обитаю. Вот в такой вот больнице. Всем привет, ребят! Сегодня я решил покататься и заехал в другой район, попробую здесь что-нибудь найти. И здесь вот уже немножко пластиковых карт нашел. И вот такую вот абсолютно новую точилку для карандашей. Забираем, поедем дальше. Как всегда, наборчик алкоголика кто-то оставил. Здесь видно уже кто-то покопался. Но тут как бы ничего нету. Макарошки, фигошки. Чаек, сок, водяска, да, водка почти целая, и винишко вот такое вот, там тоже почти целое. Ну, это я сейчас возьму, там алкашу своему отдам. Попали сейчас вот такие вот резиновые сапожки 37 размера, состояние, как видно, идеальное. Ну, как резиновые, они, вот это вот не резина, а снизу резина. Ну, заберем, возможно, кому-нибудь впарим. Или подарю кому-нибудь. Ну, забираем. Как обычно, пока ничего не попалось. Что у нас тут? Видно, вот такая вот латунка. Какая-то люстра была. Медяхи немножко. Вот такие вот картишки новые. 91-го года попались. Тоже возьму. Так, ну то вы как бы видели. Карандаши точить, она абсолютно новая. Вот такие вот духи. Ну, правда, какие-то они даже написаны почему-то в другую сторону. Ну, возможно, китайские какие-то. Так, это у нас пломбиратор. Ну, правда, уже там Атака, магазин Атак стоит. Ну, не знаю, возможно, кто-нибудь купит. Посмотрим. Далее 3 вот таких вот зонтика абсолютно новых, невейские. Видно, вот они невейские. Здесь вот даже видно, ручка еще запечатана. Тоже попробуем кому-нибудь впарить. Так, далее вот такие вот сапожки. Видно, состояние вообще идеальное. Носили пару раз. Ну, их я как бы подарю. Далее вот такая вот книжечка Рязань. Как видно, она вот она запечатана еще. Ну, я ее тоже выставил уже, возможно, кто-нибудь заберет. Так, и вот такой вот табачок попался. Курительный табак, любительский, класс 5, явский. Ну, коллекционеры тоже, возможно, такие берут. И вот такая вот золотая руна тоже, трубочный табак какой-то. Тоже он как бы запечатан. 74-й год вроде как. Тоже попробуем впарить. И здесь вот, видите, у меня кучка телефонов всяких разных лежит. Видно, да, всякие разные. Это у нас навигатор, по-моему, да, какой-то. Ну, он у меня абсолютно новый еще лежит. Даже я его не пробовал еще. На телефонах видно. Да, хочу попробовать сделать обзор на телефоны. Вот такие вот часики. Тоже абсолютно рабочие. Вон, чехлы какие-то еще. Плюс телефоны, как видите, у меня вон еще целая куча валяется. Вот здесь вот куча телефонов. Плюс здесь наверху, вон, видно, целая куча телефонов. Вон еще там. Здесь на столе тоже куча телефонов валяется. Вот хочу все в кучку попробовать собрать. И как-нибудь сделать обзор. Там, если в пакетах порыться, тоже будут телефоны еще. Ну, как-то так. Так, ну, пока на этом все.
Сейчас попозже еще попробую пошариться. Попалось немного аэролитетика, ребят. Вот такие вот часики. Это у нас что, весна, вот такие вот часы. Знак качества тут. Ой, чуть не разбил. Ну, заберем, конечно. Вот такая вот какая-то фигатушка. Вторая ездит, не дают снимать. Так, потом вот такие две вазы. Ну, это видно вот Москов, но видно вот битая. И вот такая вот. И здесь видно вот тоже вот есть небольшой вот скол. И нету, по-моему, самой этой крышечки. Ну, это вот у нас такой вот типа чайник какой-то. Там даже что-то еще внутри. Что-то шумит. Не знаю, что там может шуметь. Но вот это, скорее всего, возьмем. Вот такой вот чайник. Даже крышки нет. Ну, что-то, наверное, стоит. Ну, вот, возможно, от него крышка. Только она тоже полностью в убитом состоянии. А может, и не от него, ребят, не знаю. Ну, вроде подходит. Ну, вот такая вот. Ну, это забираем, это забираем. Вот такая вот куча проводов. Ну, тут в основном все компьютерное. Ну, на медиаху пойдет. Попала сейчас кучка радиодеталей. Здесь вот в коробочках, вон, видно уже, вон, одна позолоченная, то есть эти детальки дорогие, вот она, видно, еще одна, вот она, позолоченная, то есть сейчас мы эти детальки соберем, здесь вот в коробочках, как видно, там всякие еще, дома их обязательно посмотрим, тут вот еще в коробочке что-то тут навалено, тут тоже какой-то приборчик, тут вот еще пакетик всякого братлишка. Ну, в общем, ребят, надо это дома все смотреть. Все эти детальки. Ну, в общем, как-то так. Это у нас пустое. Пустое. Такой вот какой-то аккумулятор. Ну, это на разбор пойдет. И здесь вот, здесь вот, не знаю, вот это вот что. Вот всякие какие-то маленькие отверточки, фигурточки. А, это вообще, ребят, отмычки для замков. Для замков. О, прикольно, кто-то увлекался. Видно, вот такие напильнички, молоточек тут какой-то. И здесь вот по весу целую кучу инструментов. Сейчас вот это вот соберу и покажу, что здесь было. Так, по инструментам, ребят, пока особо ничего не нашел. Ну, смотрите, нашел какую-то паску советскую. Бритва советская. И она там в нормальном состоянии. Сейчас я вам попробую показать. Вот такая вот топаска. Кто знает, такие топаски у нас берут. Я уже такой продавал. И мы ее заберем. Ну, а по инструментам что? Напильники какие-то. Тут вот какие-то тоже видно запчасти. Ну, не знаю, будем брать, не будем. Ну, вот латунки много тут присутствует. Заберем такой вот рубаночек, брать его, не брать, не знаю. Молоток вот лежит. Ну так, по мелочи тут вот эти вот фигни медные можно тоже взять. Ну, больше тут особо брать нечего, тоже вот медяшки кусок. Ну ладно. Так, по находочкам, как видите, пока ничего нет особо. Ну, посмотрим. Так, вот такой вот рубаночек ЗИС. Маленький такой вот. Пускай валяется. Далее вот такая вот бритва. Ну, правда, написано бритва Союз. Но здесь вот, судя по всему, какая-то другая. Не знаю, что за фирма. Пока не смотрел. Очень острая. Вон еще с номерком она тут. Попробуем продать. Ну, правда, я ее уже выставил. Не знаю, пока молчат. Далее идем. Такая отверточка двухсторонняя. Тоже пригодится в инструментах. Вот такие вот часики весна. Но они, правда, что-то у нас не целые оказались. Вот, СССР, знак качества. И тут вот, видно, должны быть две ножки. Их нету. Ну да ладно, попробуем, что-нибудь придумаем. Вот такой вот. Что-то типа кувшинчика какой-то, видно. Ну, здесь вот не хватает крышки самой. И здесь вот небольшой скол. Ну, возможно, кто-то заберет. Здесь что у нас? Вон, латуньки немного. Среди вот этого братишка что-то особо ничего не нашел.
запчасти тут. Так, ладно. Вот такие вот тарелочки ЗИК попались. ЗИК Конакова 60-е года. Ну, на парочку из них. Здесь вот видно, вот есть один скол маленький такой небольшой, и где-то там еще один есть. Но все равно, как бы эти тарелочки покупают, попробуем продать. Так, там у нас медяхи чучок попалась. Вот такая вот штучка. Повешиваю себе, такая интересная, красивая. Латунная, но красивая. Так, здесь у нас леггинсы новые. Видно, новые. Ну, я их подарю. И здесь вот такая вот, типа, ночнушки какая-то. Тоже абсолютно новая попалась. Ее тоже подарю. Далее, вот такой вот пакет проводов был найден. Это вот у нас для компьютера. Хотел на медяху их разобрать, но попробую рублей по 50, по 100 их как товар продать. Так, ну что, на этом все. Завтра, может, что еще попадется. Попал сейчас вот такой вот наборчик Dixie. Почти целый. Ну, брать я их не буду. Вряд ли его куда-нибудь продашь. Ну, а так вот такой вот наборчик. Ладно, сейчас дальше пойдем. Вытащил сейчас две вот такие коробочки. И это у нас, короче, очиститель фруктов. Точнее, или овощей, или фруктов. Очиститель какой-то. Ну, тут вот, прибор для очистки фруктов и овощей, да. Ну, вот я один достал, но он, видно, в убитом состоянии. Я сейчас второй тоже посмотрю, открою. Если он тоже в убитом состоянии, тогда брать не буду. Аппаратик у нас чутка поцелее, но видно тоже подуставший слегка, поэтому оставим, брать не будем. Тут вот котеечка попалась, вот такая вот, фарфоровая, по-моему. Ну, копилка. Ну, такая, видно, ничего не стоит, поэтому оставим. Кошак. Фигаты немножко попалась. Такая вот мышка сувенирная. Монетка вот какая-то. 20 форинтов. Вот такие вот часы какие-то. Ну, судя по всему, вон флешечка вставляется или симка, не знаю. Ну, дома попробуем. Хотя у меня зарядки такой нету. Вот такой вот наушничек. Флешечка какая-то. Ну, 10 рублей. Это у нас держатель для телефона. Правда, куда он вставляется, не знаю, но возьмем. Как вы заметили, по находкам у нас ничего нету. Ну ладно, давайте по порядку. Что, латуньки немного, медяшки немного. Так, вот такой вот пауэрбанк был найден. Но я что-то даже его заряжать не хочу. Потому что видно, вот оно состояние какое-то не такое. Хаоми. Ну ладно. Так, вот такая вот плойка. Начал ее включать, что-то она не работает. Так, тут где-то провод отходит. И разбирать я даже не буду. Пущу на медяху. Так, флешечка. Флешечка у нас на 8 гигов. Так, это у нас сувенир, денежная мышка. Ну так, для красоты пускай валяется. Брошечка тут еще какая-то. Так, вот эти вот часы. Зарядочки у меня такой, к сожалению, нету. Поэтому проверить их никак не получится. Они даже не включаются. Ну да, не включается. Так, вот этот Bluetooth наушник попробовал с телефоном подсоединить. То есть он, как бы видно, загорается, работает. Но почему-то мой телефон его не видит. Не знаю, возможно, как-то по-другому его надо подключать. Не знаю. Ладно, выключим его. Так, что, ну вот эта подставочка, я так и не понял, как она тут действует. Куда ее вообще включать. Я ее выкинул. Так, и... А, ну что, вот такой вот костюмчик Дед Мороза был найден. Видно, он абсолютно новый. Ну, пригодится, пускай валяется. Этикеточка тут. Костюм Дед Мороз. Материал тут ашановский, китайский. Так, ребят, вот такую фигню я его вчера не показывал. Ну, вот такой вот плеерочек был найден. Наушники, кстати, ну, кто помнит, я их находил. И я просто вам сейчас покажу, что, как это все работает. Сейчас мы... Ну вот слышно, вот если вы слышите, то это вот уже заиграл MP3-шка сама. Только что-то она... Где экран-то сам? Вот, экран, как видите. И он полностью рабочий. Это у нас вот Apple-овский вот такой вот
играет, как слышно, вообще на ура. Здесь у нас вот часы есть. Что тут еще есть? Фитнес-браслет, тут радио. Ну, можно сейчас радио попробовать. Ну, слышно, вот, играет хорошо. Но это я включил как бы на всю. То есть можно потише сделать. Ой, это не то. Вот, пожалуйста. Ну, в общем, вот такая вот MP3-шечка, к сожалению. Чехольчик от нее нет, ну не чехол, а от нее вроде ремешок должен быть, но ремешка самого нет. Возможно, себе ставлю, возможно, продам, пока не знаю. Ну, довольно-таки интересная такая штучка. Жанры, прелесты. Ладно, сегодня у нас пятница, сегодня попробую еще попробовать пошариться. Но если что не попадется, тогда придется выкладывать то, что есть. Катаюсь уже 2 часа, находок вообще нету, и вот только такая вот свинюшка попалась музыкальная. Но она, к сожалению, в данный момент не играет, возможно, батарейки сели. Да и брать ее что-то, ребят, не особо хочется. Поэтому оставим ее. Всем привет, ребят. Как вы поняли, да, давно не снимал видео, не выкладывал. У меня как бы проблемы с этим были. Я немного забухал, плюс еще за это время, пока я бухал, мне самокат сперли, поэтому сейчас буду более-менее поболее работать, чтобы заработать себе на самокат. И для начала вот такие вот диски попались, они полностью запечатанные. Футбол 1930, 2006, не знаю, что это. Ну тут правда по номерам, вот, вот года 1970, 1954. Возможно, что-то такие диски стоят. Ну, как бы я их возьму, а дома проверю по компьютеру. Попала сейчас вот такая вот сумочка. Надеюсь, видим целую кучу пачка сигарет. Ну, взял я не из-за сигарет. Ну, хотя, возможно, тут есть сигаретки. Но вот здесь, видите, вон, там вот, вон, 15 копеек, там еще целая куча мелочевки тут гремит где-то. То есть сейчас мы пачки все выкинем. Вон даже, видите, космос. Сигареты, ну я брать их не буду, а мелочевку сейчас вытащу и покажу, что там в итоге есть. Так, по монеткам у нас пока ничего интересного нету, но надо их нести домой и смотреть, возможно, какая-нибудь из них что-нибудь стоит. Здесь вот также вот это вот колечко, ну это видно, китайская бижутерия, вот такое. Ну, остальное надо нести домой, все монетки, и дома смотреть. Возможно, что-нибудь попадется. Тут вот мне немножко вещей попалось. Ну, я уже половину посмотрел. Ну, в принципе, ничего хорошего, ребят, нету. Какие-то джинсы, но они, в принципе, маленькие. Ну, вот такие еще можно взять. Они у нас тепленькие какие-то. Ну, когда тут все женское, или... Даже я бы сказал, не женская, а детская. Ну, ничего хорошего я тут не вижу, поэтому пойдем дальше.